Несмотря на прохладную погоду, на выходных в центре Ульяновска было жарко. На Соборной площади и Эспланаде отметили региональный день казачества. Праздник учредили в 2017 году по инициативе казачьего сообщества. Чуть больше четверть века назад, 27 сентября, на первом казачьем круге возродилось симбирско-ульяновское казачество. Казак – это глубоко верующий православный христианин, поэтому свой профессиональный праздник они начали с молебна в Спасском женском монастыре. Далее торжественная часть перенеслась на улицу, где поучаствовать в празднике могли все желающие. На Эспланаде развернули выставку традиционного казачьего оружия и современных образов вооружения. Здесь же прошли межрегиональные соревнования по рубке шашкой «Казарла». У нас проходит, как правило, 4 соревнования за сезон, за летний, осенний, весенний период. Это 3 региональных соревнования, 1 межрегиональное. Сейчас в данный момент мы находимся на межрегиональном соревновании. К нам приехали гости из Самары, Мордовии, Пензы и ульяновские ребята, казаки и просто участники принимают участие в данном соревновании. На празднике можно было покататься на лошадях, а гостей развлекали творческие коллективы. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.